Дробовики можно использовать. Картечь, магнум, картечь, АП-20, флешеты. Вон, видите, бежит друг наш с вами. Уже не бежит. И на квест летел. Сори, братишка, тут видишь? Видишь, тут что, братюнь, творится? По возможности раскину тебя, дружище. Возможность раскинуть тебя, дружище, если не сдохну. Хорошо. Сейчас все прочитаю, ребят, все ваши сообщения. Сори, сейчас пока не могу. Видите, тут друзья залетные приехали. У меня еще двоечка. Пойдем попробуем. Да, видите, на третьем. Да, слышите, бьется. Снабженец Николай, да буди, да будай, да да буди, да будай, снабженец Николай. I'm blue, да буди, да будай, да да буди, да будай, да буди, да будай. I'm blue, да буди, да будай, да да буди, да будай. А здесь уже кто-то был, но подвал не прочекал. Какой же ты дебил, да буди, да будай, да да буди, да будай, да буди, лалалай. Можно также помогать детям с диагнозами на лечение. Братан, я в этом видео рассказал, что детям мы пока что не помогаем, просто потому что мой канал очень маленький, и те деньги, которые мы соберем, будут капли в море. Вот, среди тех денег, которые забирают другие люди и фонды. Поэтому, пока мой канал маленький, мы начинаем с помощи этим самым, с помощи животным, да. Разрастемся, обязательно буду помогать детишкам, которые онкобольные, потому что, ну, я с этим сталкивался сам лично, поэтому... Будем помогать тоже. Но пока что наш канал не такой большой, поэтому помогать начинаем благотворительностью заниматься, но начинаем с животных. Поздравляю, Леха Скарт. Спасибо, Санрай. Спасибо, братья. Ребят, если честно, вот я реально сейчас без пиздежа говорю, мне сегодня приснился Тарков,
Отвечаю, ребят, вот это сейчас не пиздеж. Просто клянусь, ребята, своим здоровьем, которое у меня осталось, то, что мне сегодня снился Тарков ночью. Я убил там, ну, кого-то я там убил, короче, что-то бегал по санаторию и нашел красную карту. Или подождите, стоп. Блин, короче, я там кого-то встретил, пожал ему руку на этом санатории, мы с ним побежали, короче, на выход вместе. Кого-то, то ли это был мой подписчик, то ли это, ну, короче, я уже подзабыл немножко сон. Я вот не помню, находил я в нем красную или нет, но я точно нашел в нем лидикс в этом рейде. И отдал этот лидикс этому парню, которого я встретил и довел до выхода. Это абсолютно точно. Вот я не помню, красную карту я находил в нем или нет. Ну чё, ребят, минус 7, санаторий плюс красная карта. Неплохо. Эта катка пойдет на YouTube, я считаю. Что происходит, капец, просто, Лёха, ты везунчик. Ну, ребят, ну как бы... Синих и красных сколько нашел на берегу? За этот вайп я нашел на берегу 0 синих. Одну красную. Вообще всего на берегу нашел где-то 2 красные, 4 синие и около 150 лидиксов. Плюс куча видеокарт. Опять красную нашел, ребят. Не, ну это карма. Если у человека хорошая карма, если человек занимается благотворительностью, ребята, если человек помогает животным, мне кажется, ему должны сыпать красные карты просто по КД. Я думаю, так и должно быть, ребята. Вы считаете, что это какая-то удача? Я считаю, что, ребята, это так и должно быть. Потому что, как бы, Никита видит, кто в Таркове молодец, а кто... Короче, понимаете, Никита — это Дед Мороз. И он видит, кто в Таркове хорошо себя вел, кто был молодцом, как тиран. А кто, ребят, ведет себя плохо. Людям не помогает. Только о себе думает. Таким людям красные карты Никита не отправляет. Вот видите, санаторка полностью залутана была, западка. Человек ничего с нее не налутал. Вот и западки, я уверен. Ни лидиксов, ни видеокарт. Потому что он был плохим мальчиком, ребята. Плохим мальчиком был. Вот. А я был хорошим мальчиком. Поэтому, ребята, красная карта лежит у меня в потненьких трусиках. Вот и все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 человек минусом, ребята. Красная карта. Все как мы любим. На сегодня у меня все. Спасибо Бомбончику, Шадоу Моргане, Павлу Сау, Ивану Воропаеву, Хтутичу, Санрай Санчо, Сталас Андрей, Инджейм Кэлайм, Тони Ви, Наемнику, Виктору Курочкину, Андрею АВБ, Георгию Гвоздеву, Аапсу, Михаилу Васильеву, Оф Изи, Сергею Фрост, Тимуру и Павлу Никифорову за подписочку на бусти страницу моего канала. Им доступен наш закрытый чат, в котором можно обсудить тематику Таркова и не только. А также Boosty спонсоры могут играть со стримером, когда им будет удобно. Если тоже хочешь поддержать стримера в развитии канала, подписывайся по ссылке в описании. Там же в том числе будет ранний доступ к таким видео и будут возможности повлиять на различные решения, связанные с ростом канала. К примеру, недавно мы совместно с Boosty подписчиками решили начать заниматься благотворительностью. В общем, присоединяйся, ведь нам не хватает именно тебя, боец.